Где я? Больница, дочка, больница. Что со мной? Ой, не трогай, не трогай, деточка, что ты? Что случилось? Ты только не волнуйся, все будет хорошо. Она пришла в себя. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы муж? Да, я могу ее увидеть. Да, разумеется, но сначала я должен сказать вам несколько слов. Не тяните, что с ней? В результате неудачного опыта, вы это знаете, произошел взрыв. И лицо ожог третьей степени. Она в плохом состоянии, но все показатели хорошие, так что она выздоровеет. Но в дальнейшем потребуется... Обязательно потребуется пластика. Но ей вернут лицо. Вы не поняли. Ожог очень сильный. К сожалению, пострадала не только кожа, затронуты кое-какие сухожилия. Но я слышал, что людям помогали в более сложных ситуациях. Помогали, но это очень дорого стоит. Сколько? Не знаю. Несколько сот тысяч долларов. Точнее сказать не могу, это зависит от клиники. Я найду деньги. Паш, иди домой. Тебе нужно выспаться. Все нормально. Ну что нормально-то? Чего ты со мной возишься? Ты же не знаешь, что у меня под бинтами. Я теперь урод, а не Вера, которую ты любил. У меня там не лицо, а... Ну перестань, все. Внешность не главное. Сейчас врачи творят чудеса. Я слышал, в Германии делают подобные операции. Я найду клинику. Если надо, продам квартиру. Да, там сделано для достойной реабилитации. Так что... О! Здравствуйте. Добрый день. Паша. Да. Вы знаете, давайте-ка пройдем ко мне в кабинет, у меня есть для вас разговор. Верочка, будьте добры, подождите мужа у себя в палате, хорошо? Как Вера? Замечательно, Вера просто молодец. А почему бинты не сняли, а осложнение? Нет, я вам сейчас все расскажу, не волнуйтесь, все в порядке. Проходите. Садитесь. Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Организм молодой, здоровый, так что процесс заживления идет хорошо. Просто она не хочет, чтобы вы видели ее в таком виде. Дело в том, что случаем Веры заинтересовался доктор Переславский. Кто это? Хирург, пластик, очень талантливый, перспективный молодой человек. Сколько это будет стоить? Доктор Переславский берется делать операцию бесплатно. Но по новой экспериментальной технологии. Он долго по всем клиникам искал подобного клиента. Погодите, а Вера в курсе? Вы и сказали? Ну, разумеется. Переславский забирает ее к себе в клинику. Документы мы уже готовим. Доктор! Простите. Спасибо вам. Спасибо огромное. Ну, удачи. А когда ты вернешься, мы с тобой... Поедем на море. Я 100 лет не была на море. Я знаю, знаю. Хорошая моя.
Но ведь это будет не скоро. Ну, я подожду. Я умею ждать. Паш, не надо. Я лучше после операции. Все, дети мои, ваше время истекло. Верочке надо отдыхать. Завтра перевозим вас в клинику Переславского. Так скоро? Переславский настаивает. Ему бедней. Все, пошли. Паш, ты иди. Иди. Мы увидимся с тобой потом, после операции. Обязательно. Хорошо, только обещай, да, что не будешь волноваться. Хорошо, хорошо. Я обещаю. Ты все, Пашенька, кто все. Мне обещает? Спасибо. Пашка. Здорово. Лежи, 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 не вставай. Ну как ты? Я так рада, что ты пришел. Слушай, говорил с врачом, операция прошла успешно. А какой сегодня день? Среда. Среда? Ничего не помню. Паш, Роза, мои любимые, спасибо. А это не я. А кто? Доктор, здрасте. Здравствуйте. Спасибо за цветы. Это ведь вы? Да, вам понравилось? Очень красивые. Простите, когда можно будет узнать результаты? Очень скоро. Очень скоро. Через 10 дней снимем швы, потом повязки. Ну, а теперь пойдемте. Вере надо отдыхать. Пойдемте. Пока. Пока. Спасибо. Ну, погоди, не распускайся. Верка скоро приедет. Кстати, в Японии процесс внедрения стволовых клеток начали сразу после Хиросимы. Когда я там был, я познакомился с одним врачом. Вы даже в Японии успели побывать? Да, был там на практике. Кстати, при всем своем технологическом превосходстве, это очень суеверные люди. Так вот, этот врач с 20-летним стажем дарил своим пациентам бумажных журавликов, чтобы те помогали им выздороветь. И я решил вам сделать... такого же. Спасибо. А вы всем пациентам делаете таких журавликов? Нет, только вам. Почему? Потому что вы Верочка, мое детище. Создали меня как Пигмалион Галатею, а теперь влюбились? Может быть. Может быть. Да, кстати, вон ваш муж идет. Так что мне лучше пойти, а то, не дай бог, он будет вас ревновать. Ну что же, жду вас завтра к 10. Да, хорошо. Здорово. Привет. Что сказал доктор? Да так, ничего. Что, совсем ничего? Мне показалось, что ты ему понравилась. Паш, перестань. Ну, просто он очень внимательный к своим пациентам. Тем более он не видел никогда моего лица. Ну, а то. Ну, не переживай так. Когда тебя уже отпустят? Да уже скоро. Завтра бинты снимают. Добрый день. Привет. Вера, сегодня снимаем бинты. Доктор ждет вас у себя в кабинете. Ну как, Вера? Волнуетесь? Да. Я тоже.
Очень хорошо. Ну как? Отлично. Очень хорошо. Можно мне в зеркало на себя посмотреть? Конечно. Ткани очень хорошо прижились. Отечность еще осталась. Но это пройдет. Я давно в зеркало не смотрела. Не волнуйтесь. Что? Что не так? Нет, все хорошо. Только... Что случилось? Да нет, все хорошо. Спасибо огромное, доктор. Я просто уже не надеялась. Нет, вас что-то не устраивает? Да нет, все действительно хорошо. Просто я уже не надеялась. Нет, вас что-то не устраивает. Да нет, я не ожидала такого результата. Я никогда не была красивой, и это не я. Но я привыкну. Конечно, привыкнете. Вот это график процедур. Я надеюсь... Вы будете их посещать? Конечно. Угу. Ну, тогда мы с вами скоро увидимся. Такси вызвать? Нет, за мной муж приедет. Я и забыл, ну да. Надеюсь, ему понравится моя работа. Добрый день, Дашенька. Давно тебя не видел. Максима ждешь? Я не Даша. Странно. Паша! Паша! Это я, Вера. Прости, я опоздал. Не плачь. Все будет хорошо. Слышишь? Вер, ну я ж тебя не за лицо люблю. Я привыкну. Ты же осталась тоже Веркой, а не кем-то там еще. А потом, посмотри, какой ты стала красавицей. Ну, как будто и не было никаких ожогов. Паш, я не хочу быть красивой, я хочу быть сама собой. Ну, ты и осталась сама собой. Потом внешность — это не главное.
все будет хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, вам кого? Людмила Борисовна, это я, Вера Грищенко. Не узнаете меня? Нет. Ну, тогда, после взрыва, в общем, мне сделали пластическую операцию. А, Верочка. Ну, конечно. Здравствуйте, Верочка. Верочка, мы за вас все очень переживали. Ну, как вы? Нормально. Я хотела узнать по поводу работы. Верочка, вас так долго не было, почти год. В общем, на ваше место взяли другую лаборантку. Ну, поймите, работа стоит, а проект нужно сдавать и... Да, я понимаю. Верочка, да вам теперь вот с вашей внешностью вам надо идти в модели, а не в лаборантках сидеть. А я химиком хочу быть, а не моделью. Ну, до свидания. До свидания. Что случилось-то? Я была в лаборатории. Меня уволили. Уволили? Ну, уволили, и бог с ним. Найдешь другую работу. Или вообще будешь дома сидеть? Сиди дома. Занимайся домашним хозяйством. Ребенка родишь, девочку. Она будет на тебя похожа. Извини. Паш, ложись. Я смотрю. Паш, ну уже поздно. Я хочу досмотреть, ладно? А ты меня поцелуешь? Спокойной ночи. И тебе спокойной. Все в порядке? Вы уже сделали процедуры? Да. Сегодня был последний день. Как быстро время летит. Уже месяц прошел. А почему домой не идете? Мужа ждете? Да нет. Просто... Просто не хочется идти домой. Я знаю, у многих моих пациентов возникают психологические проблемы, ну или проблемы у близких им людей. И как они справляются с этим? Пытаются как-то отвлечься. Заводят новых знакомых, новую работу, хобби. Хотите выпить со мной кофе в качестве реабилитации? Думаете, поможет? Ну, конечно, поможет, как врач говорю. А вы знаете, я, пожалуй, соглашусь. Ну, тогда пойдемте. Почему вы решили помочь мне? К тому же совершенно бесплатно. Случай был интересный, мне захотелось попробовать. И с каждым своим пациентом вы ходите в ресторан? Нет. Вы особенный пациент. Чем же? Спасибо. Прошу вас. Вы мне нравитесь. Как пациент? Как женщина. Как женщина с новым... красивым лицом, которое вы сделали сами. Да, я не знаю, какая вы были раньше. Но мне вы нравитесь такая, какая вы сейчас.
Что я могу с этим поделать? Сердцу не прикажешь? К тому же вы помните, я начал за вами ухаживать еще до того, как увидел ваше новое лицо. Да, это меня удивило. Ну почему? В человеке ведь привлекательно не только лицо. Вы были такая нежная, такая трогательная, такая беззащитная. К тому же оказались такой красавицей. Благодаря вам. Вы знаете, моему новому лицу впервые в жизни говорят такие слова. Я думаю, мне пора. Да? Пожалуйста. Я был с вами искренен. Вы мне действительно очень нравитесь. Меня дома ждет муж. Я вас провожу. Стой! Стой, 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 стой! Свободен? Спасибо. Прошу. На, возьми. Здравствуйте. Вы Вера Грищенко? Да, я. Это вам. Спасибо. До свидания. Паша, это ты? А ты ждала кого-то еще? Я купил крем, который ты просила. И мороженое твое любимое надо в холодильник положить. А это откуда? Доктор подарил. С какой стати? Да так. Он тебе нравится? С чего ты взял? Ну, я же вижу, что ты ко мне стала по-другому относиться. Да? Это ты пытаешься меня не замечать. А ты думаешь, легко привыкнуть, что у твоей жены другое лицо? Пусть даже такое красивое. Паша, знаешь что? Паш, ну я ведь понимаю, тебе тяжело, но мне тоже нелегко. И я думала, что мы вместе как-нибудь справимся. Да-да-да, я стараюсь, стараюсь. Только вот ты со своими цветами, со своим доктором справляйся сама. Паш, ну при чем здесь доктор? При чем здесь цветы? Я ведь тебя люблю. Паш, ты куда? Ложись спать. Я пойду пройдусь, воздухом подышу. Нет. Да. Вы ошиблись. Вера! Вера! Что вы здесь делаете? Ха, 2 недели прошло, от вас никаких новостей. Я уже мужу вашему звонил. Я ушла от Паши. Я просто подумала, что так будет лучше. Он не смог привыкнуть к моему новому лицу, и я ушла. Конечно, так будет лучше. И нельзя недооценивать значение человеческого лица. В отношениях между людьми оно играет одну из главных ролей. Это я вам как специалист говорю. Кстати, давайте я вас подвезу. Где вы живете?
Пока у подруги. Вот хозяйством занимаюсь, работа ищу. Нельзя тратить лучшие годы жизни на то, чтобы быть домработницей, к тому же бесплатной. Вам стоит только захотеть, и весь мир будет у ваших ног. Вера, я готов этому поспособствовать. Такое только в сказках бывает. Нет, бывает и в жизни. Но это не мое лицо и не моя жизнь. Я готов сделать все, чтобы вы поверили, что она ваша. Держите. Максим, я, конечно, могла предположить, что моя жизнь изменится, но я не ожидала, что так быстро, поэтому мне нужно время. А я не тороплю. Но я надеюсь, вы не откажетесь от моего приглашения. Поехали ко мне. Поехали. Нравится? Угу. Она твоя? Максим, я не могу. Я хочу сделать тебе подарок. Ну, слишком много подарков. Ну, что поделать? Я люблю тебя. Да, но я не могу ответить тебе взаимностью. Я знаю. Но я надеюсь, что когда-нибудь ты скажешь мне «да». Доброе утро. Доброе. А Максим где? Он уже уехал на работу. Ну, кофе будете, Дашенька? Я не Даша. Верочка, простите, пожалуйста, Верочка. Конечно, Верочка, извините меня, я пожалуйста. Я чай буду. Простите меня, Верочка, память плохая, я путаю. Извините старую дуру. Ой, елки-палки. Здравствуйте, простите, мне нужен доктор Переславский, он здесь? У него сегодня учебный день, он читает лекции в институте. А, спасибо. Угу. Прошу вас. Сюда? Угу. Пожалуйста. Спасибо. Зачем ты меня пригласил сюда? Вчера ты переехала ко мне, я просто не могу не отметить это событие. Но если хочешь, мы будем ужинать здесь каждый вечер. Слушай. Значит так, я буду греческий салат, королевские креветки в тандуре и с шафрановым рисом. А мне курицу и жареную картошку. Нет, девушка, будет чай. Ну, я есть хочу. Мы ведь поужинать пришли. Тебе хорошо бы сбросить пару килограммов. Я тебе так не нравлюсь? Будешь нравиться еще больше. Тогда я буду чай. Зеленый. Зеленый. Я ж хочу как лучше. Я знаю. Где она? Тебе добрый вечер. Где Вера? Ушла. Это я вижу.
Куда? Не знаю. Даже если бы знала, я бы тебе это не сказала. Ты же ее предал. Что теперь-то? Ужинать будешь? Могу тебя накормить. Не надо. А еще там будет карета с целым кортежем. Откуда ты знаешь, что я люблю лошадей? Я тебя знаю давно. И я люблю тебя, и хочу все-все для тебя сделать. Я тоже. Я даже готова пить этот отвратительный зеленый чай всю жизнь. Обиделась на меня в ресторане? Нет. Как думаешь, а что мне лучше завтра надеть? Я ж купил тебе целый шкаф вещей. Неужели ничего не нашлось? Какая ты у меня красавица. Не хотела бы изменить цвет волос? Я думала, тебе нравится мой цвет. Ну, совсем чуть-чуть. Ради интереса, а? Не знаю. Я привыкла ведь. К тому же этот цвет тебе не очень идет теперь. И даже не хочешь выглядеть, как лохушка с рынка? Я ничего не вижу в этом плохого. Моя подруга работает на рынке. Сделай, пожалуйста, как я тебя прошу. К тому же у меня есть очень хороший салон. Хорошо. Хорошо. И не общайся больше со своей подругой. Почему? Она ведь близкий мне человек. Потому что если ты общаешься со мной, у тебя должен быть новый круг. Даша! Я не Даша. Надо же, как похоже. Такую стрижку, как раньше. Я же говорил, что тебе очень идет этот цвет. Но я никак не могу привыкнуть. Слушай, меня сегодня снова назвали... А давай пройдемся до конца аллеи. А давай, когда у тебя будет отпуск, поедем ко мне в Березовку. Какая Березовка? Ну, там очень красивые леса. Зачем? Березовка – это мой родной город. Будем грибы собирать. Вера, да забудь ты о своей прошлой жизни. Ты теперь в Москве. Зачем тебе нужна какая-то Березовка? Там моя мама. А здесь я? Забудь ты о прошлом. Будешь счастлива со мной. Девочка моя, ты меня любишь? Да. Поцелуй меня, Даша. Кто такая Даша? Тебе послышалось. Как ни странно, мне это постоянно слышится. Я же говорю, тебе послышалось. Не кричи на меня, мне и так страшно. Ах, милая, господи, боже мой, я не знаю, каких Даш, клянусь тебе чем угодно. Мы с тобой почти месяц знакомы. Ты мне до сих пор не веришь, что ты у меня одна? Я верю тебе.
Даша! Я не Даша. Надо же, как похоже. Поцелуй меня, Даша. Кто такая Даша? Тебе послышалось. Даша? Нет, Даша. Вы ошиблись. Ну, кофе, будете, Дашенька? Я не Даша. Даша. Я поехал, любимая. Подожди, Максим. А почему домработница не приходит? А я ее уволил. Почему? А вот это тебя не должно касаться. Девочка моя, я вернулся. Соскучилась? Ты сегодня рано. Так получилось. Вера, что ты делала у меня в кабинете? Я спрашиваю тебя, что ты делала у меня в кабинете? Нам надо поговорить. Как ты посмела лезть в мои дела? Твои дела? Мое лицо – это твои дела? Я доверял тебе! Ты тварь! Как ты посмела рыться у меня в документах! Как ты меня назвал? Тварь!
Девочка, арбуз будем кушать? Эх, зря, вкусный арбуз, зря не хочешь. Слава богу. Отпусти меня. Прости, прости, прости меня, прости. Ты должна меня понять. За что я должна понять? Ты, кажется, чего-то не понимаешь. Верочка, я так тебя всю ночь искал, так устал. Поехали домой. Да не поеду я домой. Почему? Потому что я боюсь тебя. Ну почему? Потому что я кролик для тебя подопытный. Ты хотел, и у меня другое лицо. Вера, Верочка, поехали домой. Я все тебе объясню, я тебе все расскажу. Ты поймешь меня, ты простишь меня. Поехали домой, Верочка. Поехали. 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 Поехали, пошли в машину. Моя бывшая жена. Даша? Да, Даша. Я очень любил ее. И когда она погибла в автокатастрофе, я не знал, как мне пережить это. Я не находил себе места. Я понимал, что я могу сойти с ума. Наверное, я и сошел с ума. Но я не мог смириться с мыслью, что я больше никогда ее не увижу. И ты использовал меня? Сначала да. Я долго искал девушку ее комплекции. Девушку, попавшую в аварию. Я искал как одержимый. Я не мог забыть Дашу. И вот... Появилась я. Каждый день я обзванивал все больницы. И когда узнал о твоем случае, я просто не мог поверить своему счастью. Я больше не могу этого слушать. Подожди. Дай мне договорить. Да. Вначале было только лицо. Даша на лицо. Но потом я понял, что я люблю тебя не за это. Слишком поздно ты это понял. Нет, нет, не поздно. Я понял, что прошлого вернуть нельзя. Я уже слышала эти слова. К сожалению, они ничего не значат. Если бы ты могла понять меня. Я пытаюсь, но не могу. Но люблю-то я тебя, а не Дашу. Я в этом не уверена. Я ничего не понимаю. И не хочу понимать. Но это страшно, что ты со мной сделал. Прости меня. Прости. Любимая моя. Давай поженимся. Спасибо. Что ты решила? По поводу чего? Ты обещала подумать и сказать, выйдешь ли ты за меня. Месяц прошел. Зачем торопиться? Ну, тебе ведь хорошо со мной. Да. Только... Ты забыл молоко. Сейчас принесу. Алло, Катя, да ты не волнуйся, у меня все в порядке, живу как в сказке. Ты уж извини, но я позже перезвоню, ладно? А с кем ты сейчас разговаривала? Нет, тебе показалось. Правду говори мне, правду, не смей мне врать, никогда, никогда, ты слышишь? Ну чего ты все ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, как неприкаянный. Вера не звонила? Звонила. Как она? Отлично. Лучше не бывает. Слушай, не ходи сюда больше. Оставь в покое ее и меня. Ладно, я просто хотел с ней поговорить. Передай ей, если ей что-нибудь понадобится. Ничего ей не нужно.
нужно от тебя? Иди уже! Есть у нее все! Привет, Верунь. Здорово. Мамочки, Вера, куда я попала? Это что за хоромы такие? Я бы на твоем месте давно бы гостей сюда наприглашала. А ты еще трубки бросаешь. Вот и приходится мне, извини, самой в гости напрашиваться. Да чем хвастаться-то? Но все равно же, я же должна знать. В конце концов, как ты живешь, чем ты живешь? Я ж подруга твоя. Ну теперь-то я вижу, что в шоколаде. Ну и чего ты сидишь, невеселая такая? Сидит в хоромах таких и киснет. Давай налей мне чаю, что ли? Максим скоро должен прийти. Слушай, Вера, наконец-то я погляжу на твоего этого чудо-мужчину. Слушай, я так давно хотела посмотреть на него. Ты не понимаешь. Он запретил мне с тобой общаться. Как запретил? Ты чего? А ты чё? Промолчал, что ли? Будет лучше, если ты прямо сейчас уйдёшь. Кать! Нет, Кать, подожди, ты не поняла. Да все, я правильно поняла. Продалась ты, подруга. Да люблю я его. Да что ты? А он тебя любит? Слушай, а может, ты мне просто завидуешь? Да чему? Да чему мне тут завидовать? Я тут дура думала, что у нее действительно все хорошо. Он сделал из тебя куклу какую-то и пользуется. Неправда! Да правда! Посмотри на себя, Вера! Кто ты, Вера? Да он не только тебе лицо изменил. Да он всю тебе изменил. Кать! Кать! Подожди, Катя! Катя! Подожди! Кать, подожди! Прости меня, я не хотела тебя обидеть. Кать, ты пойми. Да ладно, это ты меня прости. Ляпнула с дур. А ты не слушай меня, а то будешь, как я, по общежитиям без денег мыкаться. Слава богу, что в хоромах ты живешь, ни о чем не думаешь. Только вот подруг прогоняешь. Кать! Да что ты скажешь-то? Пока. Я ж просил не выходить из дома, не предупредив меня. Просил? Но я не понимаю, почему. Мы с тобой это уже обсуждали, не собираюсь повторять, что трудно выполнить мою просьбу. Почему по любому поводу я должна спрашивать у тебя разрешение? Я тебе объясню еще один раз, последний. Потому что мир жесток. Я хочу защитить тебя. Что в этом плохого? Я стала другой, Максим. Что? Мне Катя сказала, что я изменилась. Кто такая Катя? Моя подруга. У тебя нет подруг. Да, теперь нет. Благодаря тебе. Да. И не тащи. Благодаря мне, да. И это Катя тебе не компания, она не твоего круга. Ты что, домой ее водила? Да, водила. Потому что она моя подруга была. А теперь у меня ничего своего не осталось. И слава богу! И вещей своих нет. Это барахло вообще надо было выкинуть. И ты со мной больше не разговариваешь ни о чем. Да, я устаю. На работе. Домой пошли. Я завтра пойду устраиваться на работу. Зачем? Тебе чего-то не хватает? Да нет, мне просто надоело сидеть дома. Я уже месяц никуда не выхожу. Я в овощ превратилась. Другая бы радовалась. А я нет. А кем ты будешь устраиваться? Опять лаборанткой? Только не смеши меня. Хочешь, я устрою тебя в модельное агентство? Только скажи. Только скажи. Там сплошь мои клиенты. Да я не хочу быть моделью. Здрасте. Здрасте. Не хочешь быть моделью и правильно сиди лучше дома.
Почему ты не хочешь, чтобы я работала? Потому что если ты будешь работать, ты уйдешь от меня. Тебе же все равно, сколько я для тебя сделал. Никакой благодарности, просто пользовалась мною. Как ты можешь так говорить? Ты ведь прекрасно знаешь, что я с тобой не из-за денег. Да все вы так говорите, потом бросаете в самый тяжелый момент. А у тебя сейчас тяжелый момент? А ты хочешь уйти от меня? Нет. Ты ведь не бросишь меня? Правда? Нет. Я ведь люблю тебя. Завтра у меня конгресс пластических хирургов. Я хочу, чтобы ты пошла со мной на открытие. Зачем? Так надо. На. Вот тебе карты, купи себе что-нибудь. Хотя... Посмотри, там у Даши есть такое лиловое вечернее. Я думаю, тебе подойдет. Послушайте, мне кажется, что вот это вам будет очень к лицу. А мне кажется, он слишком пестрый. Да. Я ж просила тебя, не звони ты мне больше. Ну что, вы будете брать или как? Или как? И не надо хамить. Ты опять? Ведь выключила телефон, нет, он сам опять приперся. От Веры что-нибудь слышно? Ничего не слышно. Пашка, мой тебе совет. Забудь ты ее. Но изменилась она. Очень, понимаешь, изменилась. Но это не та Вера, которую мы с тобой знали. Этого не может быть. Да может. Ну, поверь, нашла на себе богатого и знаменитого. Я тебе уже совсем забыла. Ты просто ей завидуешь. Так, Паша, все, мне некогда. Разбирайтесь сами. Так, ну ты еще не готова? Мне плохо, у меня температура. Да ерунда, я дам тебе лекарство, как рукой снимет. Вставай. Не могу. Вставай, 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 мой зайчик, вставай. Ты же знаешь, как мне важно, чтобы ты сегодня пришла со мной. Максим. Ты – доказательство моего профессионализма. Ты понимаешь это? Сегодня будет человек, которому я всем обязан. Это доктор Шлицман. Ты должна ему понравиться. Будешь выглядеть на все 100. Постарайся. Постарайся. Но я не хочу надевать это платье, оно мне не нравится. А мне нравится. Но на нем пятно. Это кровь? Нет, вино. Не отстиралось. Ерунда, никто не заметит. Прими лекарство и собирайся, нас ждет такси. Хочу взглянуть, есть ли рубцы. Обижаете, коллега. Не надо, Максим. Их нет, браво. А могу я посмотреть эпидермис поближе? Конечно. Вера, это профессор Шлицман. Браво. Браво, браво, малыш, браво. Браво. Браво, малыш. Извините, мне нужно отойти. Простите, профессор.
Что вы говорите? Я хотел сказать... профессор... Я вас не понимаю. А, спасибо. Благодарю вас. Извините, вы Максима не видели? Извините, вы не видели Максима? Вы Максима не видели? О, моя очаровательная принцесса, а что такое? Вы кого-то ищете? Мне нужно найти Максима. А, Максима. А вы попробуйте. Вы знаете, я тоже бы очень волновался. Я вас жду через 5 минут внизу у подъезда. Так вот я и говорю. Простите. Да? А вы видели Максима? Максима? Нет, по-моему, он уже уехал. Видели. Ну, какая грубая такая вывеска. Ну, на столбах, когда обмен квартиры, все. Эй, красавица! Садись, подвезу. Нет, я сама. Садись, поехали, простудишься, садись. В таком платье одна, в таком городе. Садись, подвезу. У меня денег нет. Ничего, по дороге разберем. Садись, 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 поехали. Поехали, поехали, садись, садись. Садись, поехали. Куда тебе? На Фрунзенскую. Ага. На Фрунзенскую? Хорошо, едем на Фрунзенскую. Так. Ну вот. Вы чего остановились? Дальше я не поеду. Да там гаишники постоянно стоят. У меня техосмотр просрочен. Ладно, спасибо. Подожди, подожди, подожди. А расплачиваться? Ну, у меня денег нет. По льготному тарифу. Одесский поцелуй первой степени. Да подожди, да ладно. Да подожди. Тихо, 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 тихо. Алло! Мама! Я не могу! А дюймовочка, а? Максим, ты куда пропал? Я? А ты? Нагулялась, ко мне пришла? Ты пьян. Я? От тебя табаком пахнет. Я ехала с таксистом. С таксистом, ах да. А профессор? Ты что такое говоришь? Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Шлюха. И почему же все такие одинаковые? Чем красивее, тем похотливее. Ведь трудно быть панькой. Вот с таким-то личиком-то, да? Трудно, очень трудно. Конечно, мужики так и липнут. А тебе небось нравится, да? Все, Максим, я больше не могу, я ухожу.
кого-то побогаче нашла. Да как ты смеешь? Молчи! Нет, никуда ты отсюда не уйдешь. Слишком много я вложил в тебя, чтобы вот так вот просто отпустить. Максим? У меня не осталось друзей. Я узник в золотой клетке. Может быть, я слишком устала, чтобы выжить в этом мире. Он опять меня избил. Я никого не виню, хотя и прожила долгое время с извергом. Просто мне так будет легче. Не хочу и не могу, как бы я ни старалась. Я уже знаю место, где никто меня не найдет. Так будет лучше. Я просто исчезну в водостоке курьянских заводов. Так она покончила с собой или разбилась? Прости меня за вчерашнее. Я выпил. Выпил лишнего. Ты же простишь меня. Ты же не бросишь меня, как она. Ты говорил, что она попала в аварию. А она покончила с собой из-за тебя. Какая разница, покончила она с собой или попала в аварию. Она умерла. Ее нет. Она бросила меня. Ты сам ее довел! Нет, это неправда. Не надо верить всему тому, что она здесь понаписала. Это правда! Нет, почему ты так думаешь? Да потому что со мной происходит то же самое. Ни друзей, ни родственников, ни работы, ничего не осталось. Что ты? Ну что ты? Тебе что, плохо со мной? Ты должна быть мне благодарна. Не только за лицо, Вера. Да у меня кроме лица ничего не осталось. Ничего в душе не осталось, понимаешь? Максим, я так больше не могу. Ты что, уйдешь от меня? Ты бросишь меня? Я любила тебя. А теперь? Не знаю. Не надо. Никогда не надо лазить в мои вещи. Ладно? Только не надо лазить в мои вещи. Пожалуйста, не надо здесь ничего трогать. Не надо. А иначе... Что иначе? А иначе... Thank you.
Любимая! Я принес тебе сладенького. Любимая. Убью, сука. Здрасте. А Катя где? Уехала. Почему? Да по кочану. Не всем в Москве везет. Тимофей Юрьевич! Вам кого? Тимофей Юрьевич, это я, Вера Грищенко. Я у вас лаборанткой работала. А. Вера? Да. Вера? Да. А помню, как же. Это та, у которой колба взорвалась. Вера, ну как же, входите, входите. Так, стоп, 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 стоп. Ты не Вера. Тебе что надо? Да это я. Мне просто операцию сделали. Знаете что, девушка? Идите-ка отсюда. Идите. Тут секретный объект. Лаборатория. Что вы хотите, чтобы меня с работы уволили? Идите. Ишь ты, Вера. Лаборантка. Идите. Ишь ты. И все закончится. Но самое ужасное, что я его любила. Как я его любила. Но теперь я понимаю, что моя жизнь закончилась из-за него. Я решила, так будет лучше. Я просто исчезну в водостоке курьяновских заводов. Ну, хоть кто-нибудь помогите. Паш, ну почему тебя нет рядом, когда ты нужен?
Даша! Даша! Тише. Вы меня путаете. Даша. Нет. Не может быть. Может. А ну пошли. Куда? Ты находишься на территории стратегического объекта, и надо разобраться, кто ты и что тут делаешь. Чаю хочешь? Полегчает. Не хочу. Не хочешь, не надо. Вы меня не отпустите? А тебе есть куда пойти? Опять на речку пойдешь? Ну, сейчас она приедет, и разберемся. Кто она? Даша. Она же умерла. О, однолицые. Ты кто? Ты жива? Девоньки, вы тут потолкуйте, чайку погоняйте, а я пойду покурю. Это он сделал? Максим? Как он мог так поступить? Как? Да, теперь я понимаю, что этот человек готов на все. Он не человек, он... Ну, не плачь, все пройдет. Как я смогу с этим жить? Я же смогла. Но ты же собиралась покончить с собой. Ну, для Максима и для всех остальных так оно и было. Я специально все спланировала. Иначе бы он преследовал меня. Но как тебе удалось провести его? Я не зря выбрала это место и описала его в дневнике. Я знала, что Максим читает его. И он поверил. Он организовал поиски. А ты его к берегу поближе подведи. За каблук, за каблук. За каблук хватай. Вон там цепляй. Вот, давай его сюда. Давай. Попался. Сапог женский. Черный, замшевый. Левый. Видимых повреждений не имеет. Пускай эксперты осмотрят. Размер 38. Вы обнаружили тело? Да, я. Рассказывайте, как было дело. Я сижу. Она идет. Ну, какая-то странная. Ну, идет, я говорю, ты куда идешь, а? Пришел фрейрок. Это я нашла в твоих вещах. Тут написано «Курьяновский завод». Ты о нем в дневнике своем писала. Мне было необходимо увидеть это место. А оказавшись здесь, я поняла, что есть только один выход. Но, как видишь, есть и другой. Это мне дед нарисовал. Я приезжала место смотреть. Там приехал твой бывший. Он меня нашел. А я сейчас с ним разберусь. Нет, не надо. Не хочешь, не надо. Пошли.
Козява моя. Есть работа. Максим! Тебе лучше остаться со мной, Вера! Я тебя все равно найду! Все равно найду тебя! Ну-ка... Вера! Вера, это я. Ну что, козява, все мы смертны. Адью. Вера! Вера! Беги в сторожку! Что-то случилось? Он погиб. Не может быть. Дед, выпить! Да побыстрее! Сейчас. Так, а ты перестань реветь. Это был несчастный случай, ты ни в чем не виновата. Он упал от неожиданности, когда увидел нас вместе. Он просто подскользнулся. Пей! Мамочки, что же теперь будет? Девчата, вы езжайте домой, а я позвоню в милицию и разберемся. Идем. Доброе утро. Доброе утро, сестренка. Ты куда собралась? Я думала, ты позавтракаешь со мной. Да я решила не мешать тебе. Да перестань. Что ты такое говоришь? К тому же тебе разве есть куда идти? Нет. Ну, так может, ты все-таки примешь мое предложение и позавтракаешь? Ну, тогда я приготовлю завтрак. Договорились. Звонил дед и сообщил, что милиция нашла в водостоке пальто Максима. И что теперь? Да успокойся ты, все нормально будет. Просто он покончил с собой из-за несчастной любви. Знаешь, а ведь он действительно слишком сильно тебя любил. Даже меня под тебя сделал. Знаешь, это не любовь была, а болезнь. Он сам этого не понимал. Теперь нужно все забыть и начать жизнь заново. Попробовала один раз. Не получилось. Видишь, как все закончилось? Я тебя понимаю и постараюсь тебе помочь. Ты вечером дома будешь? Я же знаю, что тебе некуда и некому идти. А откуда ты знаешь? Потому что со мной было то же самое. А сейчас? А сейчас все по-другому. Сейчас у меня новая жизнь. И я смогу, наконец, осуществить свою мечту. Мечту? Да. Какую? Теперь, когда нет Максима, я смогу стать диктором на телевидении. Диктором?
Диктором это здорово. До знакомства с ним я училась на диктора. Меня даже звали вести какую-то передачу. Правда, на кабельную. Пятно. И что теперь делать? А я тебе свитер свой дам? Нет, почему? Извини, я полтора месяца ходила в твоих вещах и жила твоей жизнью. Я просто хочу начать снова жить своей жизнью. И, в общем, мне нужно только сделать новый паспорт и устроиться на работу. Ладно, не обижайся на меня. Да я не обижаюсь. Я просто думаю, какой же он был мразью. Слушай, а ты правильно решила, надо все забыть и начать новую жизнь. Ты вообще молодец. А я такая же, как ты. Вино? А по какому поводу? Я на работу устроилась. Надеюсь, на безопасную? И никаких взрывов? Да нет, я в деканат Минг. А, нефтяников охмурить. Да не до этого сейчас. Надо квартиру искать. Ты хочешь уйти? Не хочу просто стеснять тебя, потому что живу у тебя уже 2 недели. Знаешь, если ты такая принципиальная, то давай платить половину на половину за квартиру. Ну, давай попробуем. А как эфир твой прямой? Вообще, хорошо, но я жутко переволновалась. Знаешь, а завтра вообще с Игорем Кирилловым буду вести. Давай за это выпьем, чтобы хорошо прошло. Вот что я забыла тебе сказать. За мной кто-то в последнее время ходит. Ну, какой-то мужик. Он ходит и молчит. Сегодня до угла за мной шел. Мне пришлось даже в магазин зайти. Он как будто следит за мной. Слушай, а чего он хочет от тебя? Так я не знаю. Он ходит и молчит. Это, наверное, твой поклонник. Какой там уж поклонник. На маньяка больше похож. Знаешь, я, по-моему, догадалась, кто это. Кто? Мой муж. После операции он за мной постоянно следил. Кстати, тебе его нечего бояться. Ну, спасибо. Может, он думает, что я — это ты? Ну, скажи ему, что это не я. Давайте вы сами как-нибудь разберетесь. Нет, я не хочу его видеть. Почему? Раньше он меня любил, а после операции я стала для него чужим человеком. Знаешь, мне кажется, что он до сих пор тебя любит. Иначе зачем ему следить за мной? Вам просто нужно поговорить. Какой любит, если он не может отличить тебя от меня? А знаешь что? Давай его проверим. Ну, как самочувствие? Ну, еще никак не отпускает. А ноги уже не ватные, надеюсь? Ну, полуватные. Молодец. Молодец. Я что хочу вам сказать? Ой, вам туда. Дашенька, я от всего сердца поздравляю вас с очень успешным дебютом. И желаю вам всего самого-самого доброго. Успехов, благополучия. Самое главное, любить нашу профессию. Спасибо. Всего доброго. Поздравляю еще раз вас. Спасибо. До свидания. Вам. Ну, привет. Привет. Ты чего за мной ходишь? Мог бы и подойти, поздороваться хотя бы. Все-таки будешь. Я с вами не знаком. Я же Вера. Ты что, меня не узнал? Вы не Вера. А тогда почему вы меня преследуете? Вы очень на нее похожи.
Тут совпадений быть не может. Я хотел к вам подойти и спросить. Не хотел, чтобы вы испугались. Вы меня и так напугали. Я думала, маньяк какой-то. Зачем она вам? Вы ее знаете. Можете помочь мне ее найти? Я совершил огромную ошибку. Я хочу ее исправить. Ну, хотя бы извиниться. Я тебя очень люблю. Мне больше никто не нужен. Паша! Ha 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 ha